Коля, держи. Люба, какие мини-конфеты? И держи. Вот это вот. Спасибо. Держи, тебе подарок. Я возьму до дома, открою и подавлю. Конечно. Подарки надо подарить. Самвел? Ой, спасибо, это мне? Тебе. И пакеты. И вот еще тебе. В 16:17 у нас, да. Да? Спасибо. Тихо! 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 Шахет летит. Коридор, коридор. Не надо смеяться, они быстрее, чем мы. Коридор. Оля, это вам дует? Да, Олечка, не бойся, не бойся. Оно пролетело так мимо вообще. Это с утра, да, пролетело было, а потом аж бахнуло. Ну, то слышно ракета, ракета быстро летит. Посмотрите, все смотрят сразу же, что там. И ты сюда, Татьяна. Все, пока-пока. Увидимся, да. Я приеду завтра, не переживай. Все, давай. Потратнем свои подарки с территории. Да. Давайте. Давай. Завтра будем огород сажать. Цибуль. Цибуль. Да, приехали работники. А вон Люба. Садовод-декоратор к вашим услугам. Холодно. Садовод-декоратор к вашим услугам. А завтра вроде должен быть теплее, чем сегодня. Ну, а вот уже капот белый на машине. Да? Прохладно будет. Прохладно. Все, пока-пока. До завтра. Давай. Да дай бог, чтобы спокойной ночи. Да, да, чтобы спокойная ночь была, действительно. День был такой Ой, себе. Это уже просто невыносимо. Да. Самвел в очках. Интересно. Хитрый лис в очках. Не лихо, блин, закручивает. Да, Люба. Не говори. Точно, смотрите, у него на крыше. Все. Давай, Смир, давай, пока. Пока. Позвонишь снова. На Добранич. Надо это тебе немножко сон привезли. Да. Прикази, девчат, не прикати. Так. Ну, мы уже привезли. Вот такая вот. Это тебе чайный набив. У тебя всегда гости. А это Каневский. Это природный заповедник. От Васи тебе. От Васи. Здесь все, что это. Ой. Виля, прекрати. Виля уронил. Начинает это, проверять руки. Угу. Это. А, уже показывает, смотрит, что это там. Вот природный заповедник. Все это возле дома. Они жили раньше. Подснежник, березин, да. Это все, что у них заповедник. Да. Каневский природный заповедник. Ты должна там побывать. Чтобы это мы привезли, чтобы вы знали, что к Каневу надо ехать. Не дали к Скерри рассказывали. Вот эта бабочка прикольная. Ага, это все? Да, какая красота. Их это заповедник сделал. Это мы тебе чайный набор дарим. Можно я посмотри? Ну это ж твое. Мы так знаем. Подожди, купи. Чаечек завтра с утра попьем. Вот что, у меня интересно, но чайный набор у меня только белый, красивый, новый. А так у меня нет. Вы просто еще там молодцы. Угадали? О, конечно. Это посмотри. Вот. Посмотри, какая красота, Андрей. Офигеть, посмотри. Видишь, скоро же Пасха будет, и как раз. Я тебе серьезно говорю, у меня только белый набор, у меня не было такого нового, красивого чайного зелени. Смотри, Зай. Ага. Ага, красота. Ну, спасибо, Люси. И к нему вот такие полотенчики. Офигеть, девчата, вы выдаете. А, коробочка подходит больше к чашечкам. Спасибо большое. Смотри. Офигеть, да? Ну вот мы добрались. Я вообще очень люблю такие гости, вещи. Да. Любишь, да? Вот да, угадали. Вот так хорошо, когда угадываешь. Всех витаю. Доброе утро. Солнце как заливает. Проснулись с Тамарой, спали, иду завтракать. Светочка готовит, хозяечка. Мы сегодня спали вот в этой комнате.
Добрый раночек. Ага, кофе уже с утра. О, Светочка, хозяечка. Как вообще? С утра хлопочет. Орхидеи, орхидеи. Просто... Тамара, вот видишь, новую квартиру у нас будет много-много орхидей. Правильно? Красиво очень. Кстати, а как там ваша квартира? С утра тысячи поют, а плавно не дают. Да. Ну, в мае должны сдать. Мае должны были сдать, но... Как они там... Идете, да? Там, или вам еще там много чего давали? Ремонт? Да, ремонт. Только сдают стены, да, пока? Ну, да. Да. Ну, главное, чтобы сдали, а то и в мае я что-то звонила, а они говорят, еще пока ничего не слышно, поэтому непонятно что. С этой войной ничего не ясно. С этой войной главное, еще... Главное, чтобы эта квартира еще жива стала. Да не таких... Ой. А, вот сегодня тоже здоровается. Добрый ранок. Сейчас будет там тоже ему порядок наводить, скажи. Чистой водички, хорошего корма. Вчера был закрыт, а сегодня... А потому что вы вечером приехали, он его вечером закрывает, чтобы его не беспокоили. Чтобы он так... Шум дает. Он же там, это его ну, так уже, он там летал. А ну, теперь да, там магазин, и он перепали поле. То тут, то в другую комнату. А так, чтобы его выпустили, то собаки могут тоже может ходить по полу. Да? А сколько вам я выплачаю? Так. Спасибо вам еще раз за чашечки. Загадывайте желания. А, это уже с новыми чашечками. 59 рук. Кристина, это новая. Я тоже уже чаёк попила. Вот чашечки, вот я люблю вот такие вот именно и формы, и цвет, чтобы вот такое вот всё было. Розочки, самое главное. А ты что, уже позавтракал? Нет, сейчас буду. А, идём. Сейчас ещё Андрей должен прийти. Он пошёл видео выводить. Он тоже чай пил с утра. Я понимаю. Тоже ночью слышала, что я два раза были. Да, Тамара меня чуть не прибила. Я забыла выключить вот этот звук. Оно как заорёт. Тамара, что ты не выключила? Ну я да, а Тамара нет, потому что Тамара как проснется, она же не высыпается потом еще. Ну я вставала два раза, два часа спала, потом четыре спала. Да. Ни днем, ни ночью нам покоя не было от воздушных тревог и сахеда. А Тамара всю ночь ты не спала, да? Ну потому что только заснула, воздушная тревога, только заснула. Просила выключи. А Тамара, слышу, чуть меня не убил. Думаю, да пусть убивает. Какая разница, от ракеты или от Тамары? Развернулась и легла спать. А второй раз, как подвешенная небезпека. Да, а у вас тоже есть такая да. Программа? Да. Не, я не знаю, но же само там в телефоне как-то. У меня такого нет, у Андрея да. Да? У Андрея, я не знаю, как он настроил, у него... Да мы не настраивали, оно само так уже, да? А еще плюс, да, а еще плюс, знаешь, у меня бывает, сейчас вообще телефон, ну, включается, что я даже тревогу не слышу, что-то на улице слышу, да, понимаешь? Вчера вот это вот, что в театре, что тут, боже мой. А у вас еще страшнее, у нас хоть паркинг можно пойти, а у вас... Да, 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 у вас вообще. Да, представь себе вокруг, сколько вот так людей. Да, да, да. Это по-моему, по всей Украине, Любочка. Ну, не знаю, нам повезло, что у нас под домом есть именно убежище. Ну, он паркинг, мы сделали, как, ну, и предусмотрено, что там. Крикня, да. Есть люди, есть. Да, ну почему я эту лавасу покупаю разную уже? Ну она не такая, а это, ну просто очень вкусный кофе у Светочки. А. Поверьте мне, я-то знаю уже. А? Я чувствую, что проблема. В чем? Я когда покупала в магазине, сколько раз заходила лавару, вот оказывается, они делают рассылку кофе. А настоящий хороший кофе можешь купить тут на Західній Україні. У нас, кстати, есть девочки, которые заказывают Західній Україні, они берут маленький магазинчик, там Галявал, они продают это кофе. А у нас в Киеве тоже Галявал есть. Может, и тоже? Ну, ты мне покажи, какая упаковочка. Она просто такая золотистого цвета. Написано «Лаваца Ора». Вот такая золотистая. О, доброе утро. Если бы, понимаешь, что вы сегодня уезжаете, я бы вам... Я тебе просто фотографирую, когда да, бы пришли. Не знала. Да, да, потому да. Что кофе хороший. Ну, вкусный вообще, шикарный, да? А то я уже, ну, что только не покупаю. Ну, не... Я уже из турки, я уже и без турки, я уже и так. И а турецкая кофе тоже хорошая. Ты же покупаешь вот это, я тебе сейчас покажу.
Да какой мы только не покупали, миллион, миллиард разное. Ничего. Не обижайтесь, уже. Уже и капсульное, уже. Нет. А тут тоже вкусно. А где ты их покупаешь? Ну, это я брала, честно говоря, в хаяльном магазине, может быть, у вас это есть. Какой? Хаяльный. А, хаяльный магазин. Он где-то 3000 по-моему, такого. Да есть, наверное. Хороший. Это у вас так магазин называется? Или просто халяльный магазин? А это вот лавар Саора. Не понимаю, что хочешь. Я просто пересыпала, ну, когда нет лавар, я беру это, покупаю. Я поняла. Два типа, которые я здесь беру. Так а как вообще больше нравится, но все равно итальянцы. Ага, понятно. Пойду, она за мной. Может, мы ее заберем сяду, себе? Она, да, она сразу мне садится на колени, и все. И никаких. Гладь. Она поняла, что ты гладишь, гладишь. И она решила все. А я у тебя на коленях. Ага. Все. Сегодня у Валеры нашего день рождения. Поздравляем Валеру с днем рождения. Валеру и Помашин. С днем рождения. Сейчас будем звонить, поздравлять. Раньше мы ждали, думаем, рано еще спит. А сейчас будем поздравлять. Да, отключаюсь, поздравляем Валеру. Светочка тут готовит. Боже, хозяйка, то завтрак, то обед уже. А пахнет! Пахнет как шикарно просто. Да. А это что такое? Это мы колбаску будем на обед, курицу вместе с салатиком сделаем. Ой-ой. Ой-ой. Кофе сейчас утром я делала вкусное, а сейчас какой-то... Хочешь в Италию? Хочешь в этом итальянском хочу. Кофе? Ну, значит, ты можешь выпить этот кофе. Я тебе так, как ты, чтобы тебе не было... Ну, так как ты не сильно крепко пьешь, да? Да, я не... С молоком. Не... Я тебе сделала маленько тоже, без молока. Да? Але сделала вот такой, смотри. Не, ну ты такой сделай мне такой, как там пьют. Знаешь, так, вот натурально. Смотри, я тебе сделала такой, как там пьют. Ага. Вот такую маленькую. Ну давай, давай, давай. Потому давай. Что тебе это будет лучше. Да ты все, да ты наперсток слушай. Да. О, Света. Ты думаешь, я напьюсь этим? Конечно, напьюсь. Ай, ландыши, боже, какие Ландыш, чашки у тебя сказала, красивые. Ты сказала, забери, бо у меня сейчас сердце станет. Нет, сердце не станет. Сердце не станет. Сейчас, смотри, я... Тетя, у сердца пока что нормально все. Потому что оно очень... А потом Андрей нам проведет экскурсию, да? Планы по огороду, да? Что мы будем садить, так сказать? Да. Ландыши вылезли. А вылезли уже, да? И тюльпаны уже. Да, кофе, лаваса. Все секреты Светины расскажем. Лаваса роса, девочки. Лаваса роса, да. Это оро. Ага. Самый вкусный итальянский кофе. А ты его гейзеровый готовишь, да? Да, вот в гейзеровый. Вот поэтому я тебе его когда сделала, добавила молоко, может поэтому оно тебе только казалось себе вкусненько. Я сделала такое... Ты сахаром пьешь или без? Сахаром, да. Ага, не, ну я могу без сахара, если с шоколадкой, то без сахара, конечно. Шоколад, мой любимый там, стрела моя любимая есть там. Да. Сейчас она только главное, чтобы хорошо закипнела. А вот в чем секрет. Да, в этом гейзере. Мне, кстати, писала подписчица одна, что да. Говорит, приготовьте там какое-то ирландское.
Вот эти машины, кофемашины, что где бы ни было здесь, оно все равно не то. Кстати, я хотела, ты любишь острый-острый перец? Нет, нет. У меня поджелудочная, и я... Хорошо, у меня есть законсервированная, Надя делала. А я бочкой-то делаю, я ем. Он такой вкусный, он прям реально такой вот. Я тоже, нет, я люблю, конечно. Поджелудочно я себе так посадила. Никогда не ела той перец. Ну, никогда. А это взяла такой, была жирная подлива, и я туда вот этот перец, и что я ее... И, короче, у меня сразу как и в больницу повезли. После этого никаких перцев я не... Хотя, говорят, это очень полезно даже. Ну, если ну, в маленьком же, количестве. Я знаю, вообще на Кавказе у вас, да. Это же да, да, да. Только такая кухня. Да. Ну, что тебе делать, ну, больше ну, или меньше, или такое? Ну, давай попробуем. Ну, точно попробуем, вкусно да. будет. Ну, посмотришь, главное, как ты сказала. Если... Ну, а вот я когда эспрессо пью, оно мне сильно... Ну, горьковато, эспрессо. А, это сейчас, сейчас посмотришь? Ну, сейчас попробуем. Ну, единственный раз мы ехали в поезде, и мужчина один с нами ехал, с Перемышля. Угу. И подсел к нам мужчина и говорит, я во Львове, он какой-то там знаменитый человек, и говорит, вы пробовали во львовском кафе эспрессо? Вот попробуйте, говорит, уже будет вкусно. Я специально поехала, не, армянское кафе. Угу. Нашла это армянское кафе в центре там. Купили. Да, мы с Таней первый раз ездили. Да, мне понравилось. Мужчина, парень делал. Молодой, mm-hmm. такой вкусный кофе. Думаю, Тамару Свету тоже надо показать. Когда ехала в Европу, ну, это мы ехали в Прагу. Mm-hmm. С Тамарой, со Светой на машине. Я специально повела их в кафе. А там какая-то женщина с девушкой. Сделали абы как. Невкусно. Тамара со Светой говорит, что ты нас привела? Такое не пили, невкусно. Смотря кто как приготовит, наверное. Тогда просто воду сделают. Нет, турки, они по-турецки так. А по-турецки вообще правильно же делают. Они в турочке варят, а вообще-то кофе готовится же на песке. Вот, на песке? Так они на песке готовили в армянском этом кафе, да? Ну, на песке, то оно будет такое. Было очень... Я первый раз пробовала настоящий такой армянский такой... Вкусный, действительно кофе. Оно мне понравилось, вот когда мы с Таней были. Ну, вот, даже было оно, даже, ну, горько. Все время говорят, лучше выпить чуть-чуть, но хорошего. Хорошего, да, да. Но один единственный раз за всю свою жизнь я вот тогда попробовала это. И теперь мечтала, я вычитала в интернете столько, что я купила турку, но еще песок не купила. Думаю, тоже буду готовить так. Ну, не получается. Ну, вот это то, что я тебе показывала, то турецкое кофе второе. Вот. Да. Ага. И оно именно такой турочке готовится. Ну, не считается вкусное кофе. А ты не готовишь? На песке не готовишь? Не, я не умею. Я никогда... Ну, во-первых, я в Турции была, я не видела, как это делается. А-а-а. А то, что мне говорят, это одно. Мне надо, чтобы я увидела. Они говорят, что надо кварцевый песок. Там, где вот для животных продают вот это кварцевый песок. Я пошла, говорю, у вас есть кварцевый песок? Я говорю, нету такого у нас. Ну, может, это я не туда зашла, надо еще попросить. Ну, наши как-то умудряются обыкновенные турочки вкусно сварить. Ну, я не пробовала. Главное, чтобы кофе я только где не пила. Мне оно не нравится, но я не знаю, мне не понравилось. Что там Андрей, хозяин, делает? Ну, это, машину сварит. Ага. Машину наводит порядок с машиной. Ага. На улице солнышко. Не могу найти свои семена. Надо мне сегодня поискать. В розыск объявлять, да? Нужно. Ой, не могу я глаз оторвать от орхидей твоих. Я? Да. Красота. А у меня столько цветов было. Тамара сказала, нет, ты уезжаешь. А мы то залили, то не это. Ты, говорит, нас ругаешь. Я говорю, да, я не буду больше ругать. Не-не-не. Говорит, давай все отдавай. И ты знаешь, как чувствую, вот перед войной, я вот перед уже полномасштабной, я раздала, и хорошо, что две орхидеи у меня так цвели, так вот именно когда вот 20 в феврале, они так цвели просто. И я кричу, заберите орхидеи с собой. Так они, бедный Вася, приезжал и хотел забрать, а тут соседка, говорит, вышла, говорит, давайте я буду смотреть. То они смотрели. Ой, боже мой, тут бы хоть жизни уберечь, не то, что цветы. А ты любишь вообще сырник, запеканку творожную? Да, конечно, да? Я все люблю. По сравнению с своей сестрой Светой, которую то не люблю. Тыкву не люблю. А у тебя свой такой определенный рецепт? Сырника? Угу. Нет, я готовлю так, как обычно готовят, да, сырники. А именно творожную запеканку?
Я творог взбиваю. Ну, как не взбиваю вот этим погруженным миксером. Жик-жик-жик. Потом белок взбиваю. И туда добавляю, и вот все это. Ну, и изюм, такое всякое. И запекаю. У меня есть обыкновенный просто творог. Добавляю 5 яиц сюда, 5 или 3, в зависимости от сколько килограмм. Потом добавляю манку. Ага. И ванильный сахар и лимонная цедра. Да, ну, цедру и ванильный все, сахар я тоже. Если кто-то любит изюм, я добавляю в конце изюм, когда перебиваю. А если нет, просто так перебиваю, хорошо. Заливаю сверху маслом. Надо попробовать. Надо еще, чтобы сыр был хороший. Да. Смотри, сам факт. Видишь, как оно выходит? Ну. Ага. Оно варится так, сейчас оно выйдет. Я теперь, Тамаре, скажу, гейзер вынула. Тамара скажет, ты меня уже замучила. Поехала в Германию, говорю, попробовала, ничего, вроде вкусный кофе. Оксана говорит, я подарю вам такую кофемашину. Mm-hmm. Подарила капсульную. Mm-hmm. Подарила. Тамара пьет, я пить не могу. Приехала в Киев, начинаю пить, она мне не нравится. Курку теперь мне не нравится. Тамара говорит, ты нафига столько денег тратишь? То купи, и тебе все не нравится. Нафига, говорит, покупаешь? Ладно, чтобы закончить с вами, если я буду ехать через вас, я куплю. Я вам типа передам кое-то. Я буду ехать, смотри. Вот так, закрываем. А вдруг опять не понравится? Смотри, ну сейчас попробуем. А теперь я сам этот как. Ага. Смотри. Давай мою посуду мою посуду. А у тебя две такие гейзеровые, да? Да, ну, просто у меня больше их, есть, просто они уже старенькие, а это более-менее новые. Ага. Так. Ага. Сейчас покажу. Это именно на несколько. И так хорошо перемешиваешь, потому что первый идет самый такой крепкий. Ага. Вот. И я тебе сейчас налью. Ну, сейчас посмотрим. Пожалуйста. Давай. Пробуй. Ну, бери конфетку тогда. Ну, конфеткой, да. Да. Ох. Сейчас попробуем. Ну, утром, который ты делала, мне очень понравилось, конечно. Я делала тоже такой крепко, просто делала с молоком. Ага. Так, конфеты. Конфеты на любой вкус. Да, а где было это? Стрела та моя, стрела. Конфеты тут? Стрела. Где? Ага. Где? Вот тут сыночка все была. А, ты туда вовнутрь? Да, а, большой не засмотали его. Ага, вот. Вот, нашла я. Нашла? Ага, вот она. Стрела моя. Мне, кстати, тоже нравится стрела. Вообще, да. Нравится, да? Ну, я еще, я не знаю. Я вообще люблю черный шоколад. Да, я тоже люблю черный шоколад. Есть люди, которые вообще не любят черный шоколад. Не, я обожаю. Стрела, я правда, ее редко покупаю, чтобы, знаешь... Не объедаться. Не, ну я так. Одну взяла с кофе, с чаем попила, все. Чтоб так килограммами. А настроение поднимает, да? Да. Да, да, да. Все на диетах, сладко идет меньше, все такие грустные. Все худые. Все худые и грустные печальные. Это да. Да. А ну сейчас, честно скажу. Понравилось мне или нет. Шоколад-то понятно, что... Нет, ты знаешь, мне больше понравилось, как ты утром приготовила. Ты же любишь молоком, больше молока. Да, да. Как-то... А это натуральный кофе. Добавите молочка, да? Ну, не, я это допью. Но все-таки мне то, что ты утром приготовила, намного больше понравилось. Ты запьешь молочком, угу. А это натуральное кофе, такое, какое оно должно, когда просыпаешься, чашечку кофе, и вперед. Ну да, во-первых, с молоком оно много, много калорий, да. Говорят. И вот латте, например. Да, я тебе на это навела. Здесь на крышку у тебя было такое кофе. Угу. Молоко, конечно, много чего перебило. Да. Ну, почему-то с молоком мне нравится, да. А так нет. Ага, день рождения. Сколько лет? 8. 8 лет сегодня. Сегодня у Вили 8 рочки, да, вы? У Вили сегодня день рождения. Виля, угадайте, что просит, а? Виля, что просит? Виля просит вкусняшки, скажи, да? Курочку, да.
Нет? Нет. Хорошо. О, ты посмотри на нее, еще и перебирает. Ну. Угу. О, день рождения же у нее, именинница. Я тебе расскажу, что он будет. Вот, ой, именинник. Да, смотри. Вот из трех, что мы выбираем? Это? Это? А вот это, Виль, да, а вот это? Вторую шука, ты сейчас подожди. О, вот это у меня. А это с чем? Это с косточкой, с кальцинированной.